Всем привет! Этот ролик будет дополнением к предыдущему видео про ковку вот этого бацинета. Дело в том, что под видео вы написали некоторые вопросы и замечания, на которые мне хотелось бы ответить. В одних из этих комментариев писали, что данный шлем скорее является барбютом, чем бацинетом. Сейчас разберемся. Итак, для тех, кто не в курсе, вот так выглядит классический барбют. А вот так бацинет. Да, этот шлем не совсем похож ни на то, ни на то, при этом он имеет схожие геометрические формы и с барбютом, и с бацинетом. Что же характеризует барбют? Итак, барбют — это шлем с сферической верхней частью, у которого иногда есть острое ребро, иногда выступающее ребро с площадочкой. Очень похожим на саллиты. Да, в принципе, саллиты и барбюты — это очень близкие родственники. Барбют — довольно высокий шлем, то есть часть ниже бровей опускается довольно низко, защищая таким образом хорошо челюсть, шею, основание шеи сзади. Кроме этого, нижняя часть шлема всегда отогнута. В принципе, вот таким образом. Это сделано для того, чтобы когда мы стоим в стойке и поднимаем немного голову, шлем, задняя часть шлема может упираться в доспех. И чтобы этого не происходило, делается вот такой красивый изгиб. Кроме этого, у барбюта есть изгиб и в боковых стенках. Еще одной особенностью барбюта является увеличенная защита челюсти и, в принципе, лица. В некоторых вариантах боковые стенки наезжают буквально на лицо, формируя Т-образный вырез и превращая его в классический барбют в нашем современном понимании этого слова. Часто сам вырез барбюта обрамляется стальной пластиной для усиления края. Кроме этого, очень часто можно заметить на барбютах вальцовку по нижнему краю, ну иногда и по вырезу лица. Кстати, само слово барбют означает бородатый шлем. В принципе, это логично. Шлем хорошо защищает подбородок, бороду и лицо. Дополнительной особенностью барбюта является то, что подшлемник пришивается на кожаные полосы, которые приклепаны на лобовой части и вот здесь немного ниже скул. Обратите внимание, подшлемник пришивается не по нижнему краю, очень часто, а по середине шлема. То есть подшлемник там короткий, не доходящий до плечей. И очень часто в барбютах есть отверстия для ремешков. Это интересное замечание, так как в бацинетах отверстий под ремешки нету. Это на самом деле очень странно. С формой барбюта мы разобрались. Теперь нужно разобраться, какие особенности геометрии в бацинете. Итак, бацинет изначально — это малый шлем под грандхельм, то есть вспомогательный шлем. Он очень плотно сидел по голове и изначально повторял форму черепа. Постепенно он увеличивается и превращается в самостоятельный шлем. В некоторых случаях он превращается не в шарообразный такой яйцеподобный шлем, а в конусный, с довольно высоким верхним конусным краем. Форм бацинетов тоже было великое множество. Но есть определенные особенности, которые отличают бацинеты от барбютов. Очень часто боковые стенки и задняя стенка бацинета просто прямые, без каких-либо изгибов. Вероятно, потому что бацинеты не так глубоко садились на голову человека и не доходили до плечей или до задних деталей доспеха. Почему? Да потому что все бацинеты были оснащены кольчугами. Шею, горло и заднее основание шеи закрывала кольчуга. Еще одной особенностью бацинета было то, что подшлемник пришивался в пробитые отверстия прямо в шлеме. То есть не к кожаной полосе, как в барбютах, а насквозь через сталь. Причем эти отверстия чаще всего шли по краю шлема, спускались вниз и дальше по нижнему краю шли по периметру всего купола. Это тоже отличает бацинет от барбюта. Нужно сказать, что переходных форм, очень схожих и бацинетных, и барбютных, было тоже много. Итак, теперь мы разобрались с основными характеристиками барбютов и бацинетов. Что же это такое? Можно сказать, что в данном виде, в том, который он есть сейчас, это изделие правильнее называть барбютом. Потому что у него нету кольчуги, у него нету отверстий сейчас,
У него усиленная защита лица, у него отогнутый задний край довольно сильно и боковые стенки. Хотя в то же время у него не характерно для Барбюта остроконечная вершина шлема. Но когда я закончу этот шлем, у него будут отверстия по краю шлема, и у него будет авентайл и бармица. Учитывая совокупность всех этих факторов, я думаю, что все-таки правильная терминология на этот шлем будет бацинет. Хотя он очень схож с барбютами и имеет очень пересекающиеся геометрические решения. Так что, может быть, даже правильно называть его барбюта-бацинет. Не знаю, есть ли такой термин. Хочу отметить, что бацинет и барбют – это хоть и не чисто современный термин, но смысл, который заложен в эти слова, сформирован современными специалистами для того, чтобы как-то характеризовать сохранившиеся артефакты. Возможно, что в средневековье эти же слова обозначали просто шлем или какой-нибудь другой вид шлема или виды шлемов. К тому же есть упоминание о том, что даже отряды могли считаться по количеству барбютов, то есть сотня барбют, тысяча барбют. Не факт, что все воины были одеты в классические барбюты, они могли быть одеты в шапели, в салеты, в азенхуты, что-нибудь эдакое. Но при этом они могли обозваться сотня барбют. Ну и в конце концов нужно понимать, что доспешники, доспешные школы и заказчики, ну рыцари, которые покупали доспехи, они в некотором смысле экспериментировали с формами. И зависело это, конечно же, не чисто от мастерства доспешника, но от промышленного прогресса того времени, того региона. Потому как сделать цельный шлем с длинным нижним краем, это довольно сложно, цельнокованный. И тут мы переходим к следующему вопросу. Как делали в средневековье без электросварки? Точный ответ на этот вопрос я не смогу дать, потому что не знаю. Сегодня принято делать цельнокованные шлемы из плоского большого листа. Хотя мне кажется это нелогичным, потому что сделать тонкий равномерный лист с большим радиусом, диаметром довольно сложно. И в принципе не имеет смысла, потому что можно работать, выковывая шлем из толстого блина и на выходе получить эту же толщину. То есть, зачем делать две работы? Разбивать сначала в тонкий лист заготовку, и потом этот тонкий лист очень долго, 4 дня, засаживать обратно в форму бацинета, барбюта или салета. Если можно брать блинчик толщиной примерно сантиметр и уже выбивать по нему. Почему я так начал думать? Потому что я увидел некоторые фотографии и видео старое, где на водяном молоте без электричества мужики делают какие-то то ли ведра, то ли корзины. И видно на фоне, что они этих ведер или корзин клепают прям дофигища. И вроде бы делают это не так, чтобы сильно сложно. То есть водяной молот очень эффективная машина. Я не знал, что водяной молот настолько может быть эффективным. Он эффективнее, чем некоторые пневмомолоты маленькие, которые не слишком сильные. Поэтому я все-таки склоняюсь к мысли, что цельнокованные шлемы делали по принципу этих ведер с видео. И дополнительно в комментариях спрашивали, чем отличается по боевым характеристикам сварной шлем от цельнокованного. Сварной шов держит нормально удары в шлемах. Это было проверено на краш-тестах неоднократно. Не единожды, я много бил, причем это есть и на видео, и есть еще проверки, которые я делал просто без видео. И в местах сварного шва обычно шлем крепче. Да, сваривать половинки, которые закаливаются, это не очень грамотно, вероятно, с точки зрения металловедения, потому что сварочный шов и сталь 30 ХГСА или сталь 45 – это разные материалы. Но при этом это все калится, это все не разваливается, и это все живет в бугуртах довольно успешно. К тому же, хочу заметить, что при работе у нас идет растяжение материала вот в этой зоне. А по краям у нас остается нетронутый толстый кусок, который мы еще и свариваем. Поэтому сваренный шлем из нескольких пластин
по боевым характеристикам, скорее всего, лучше, чем цельнокованный. Во-первых, тут хорошо контролируется толщина. В цельнокованном шлеме можно допустить ошибку и где-то перетянуть, где-то, наоборот, много нарастить материала. В собранном из запчастей шлеме я могу спокойно на верхушке поставить 3 мм, а снизу 2 мм. Это очень удобно и хорошо. Нижняя часть не так сильно принимает удары, а верхняя зона — это как раз туда, куда бьют. И еще одним из вопросов, которые чаще всего писали, это почему шлем такой большой? Ну, во-первых, шлем немного не на мою голову, а на немного большую. А во-вторых, в бугуртах больно бьют. Поэтому бойцы хотят себе запас на подшлемник сегодня уже примерно 3 сантиметра. А 3 сантиметра — это плюс 6 сантиметров к диаметру. То есть, когда я делаю шлем, я замеряю ширину головы, длину головы, дополнительно беру обхват, ну и еще и высоту от бровей до плеча. Но самыми главными параметрами является ширина и длина. Потому что у разных людей при одинаковом обхвате эти размеры могут быть разными. Например, у монголоидов очень широкие черепа, а у европеоидов, ну, голова такая, как у меня примерно. Поэтому шлемаки вот такие здоровые для бугуртов. Это делается для того, чтобы обеспечить сохранность здоровья бойцов. Потому что, одевая исторически верные вещи, человек будет страдать очень сильно. Так как на подшлемнике бацинетов, которые изначально были очень маленькими шлемами, скорее всего, выделялось примерно 1 см-1,5 см, возможно, 2 на подшлемник. Что очень мало, потому что в бою шлем может промяться, а кроме этого, в бугуртах увеличен вес макетов оружия, которое немного превышает вес средневековых аналогов. Делается это все для того, чтобы иметь хоть какое-то влияние на бойца в доспехе. Так как в современных спортивных реалиях удары оружием являются менее эффективным, чем борцовские приемы. Поэтому вес алебард, например, он немного увеличен и немного отличается от средневековых аналогов. К тому же, все это бугуртное оружие, но оно в целом работает больше как дубинки. На самом деле, на средневековом рыцарском турнире 15 века, если не ошибаюсь, уже использовали тоже просто деревянные дубинки. Даже не макеты оружия, пытаясь повторить там меч, топор или алебарду. Просто деревянная дубинка. Так было проще, дешевле, практичнее, наверное. И стоит отметить, что средневековые доспехи для турниров также отличались от боевых полевых доспехов. То есть те, которые на настоящей войне. Тоже были увеличенные шлемы, увеличенная защита юбки, стыков рук, рукавиц и так далее. По сути, то, что мы изменяем доспех в угоду бугуртной оптимизации, это прямая традиция средневековых доспешников. На этом все. Всем спасибо. Всем пока.